Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И мы продолжаем наш плейлист «Польский язык до автоматизма», урок 39. И переходим сразу к практике. На прошлом уроке мы разобрали много новых слов, месяца и числительные. И на этом уроке будем закреплять наши знания. Первый пример. У меня экзамен 21 сентября. Мам. Экзамен. 21 września. Я еду домой 6 июля. Jadę do domu 6 lipca. У меня день рождения 31 декабря. Мам. Уродины 31 грудня. В январе я еду домой в Беларусь. Или в Украину. В стычню яде до дому на Беларусь альбо на Украине. В марте будет тепло. В марцу бенде тепло. В феврале у моей мамы день рождения. В лютом моя мама ма уродины. В апреле я хочу поехать в Турцию. В квітні хочу поехать до Турции. В мае я куплю машину. В маю купе самохуд. В июне у меня экзамены. В червцу мам экзамены. И еще один пример. В июле я хочу ехать в Польшу. В липцу хочу ехать до Польски. Мам экзамен 21 вжесня. Яде додому 6 липца. Мам уродини 31 грудня. В стычню яде додому на Беларусь альбо на Україну. В марцу бенді тепло. В лютом моя мама ма уродини. В квітню хоче їхати до Турції. В маю купя самохуд. В червцу мам екзаміни. В липцу хоче їхати до Польщі. В августі я їду на свадьбу. В серпню яде на шлюб. В сентябрі я йду на нову роботу.
В вжешню іде на нову працю. Весной я хочу купить машину. Весною хочу купить самохід. Летом у меня отпуск. Летом мам урлоп. Осенью я буду работать. Есенью буду працовать. Зимой морозно. Зимой єст зимно. Если хотим сказать холодно, можно сказать в таком примере: мне холодно в руки. Холодно ми в ренце. Мої руки в теплі. Моє ренце сон в тепле. У меня день рождения весной. Мам у родины весной. Если хотим сказать летом, летом. Осенью, есенью. Зимой, зимой. Летом я еду в гости. Летом яду в гости. Так и будет. Повторим. В серпню яду на шлюб. Ве вжесню іде на нову працю. Весною хоче купити самохід. Летом мам урлоп. Єсенью буде працювати. Зимою єст зимно. Холодно мі в ренце. Моє ренце сон в тепле. Мам у родини весною, летом, єсенью, зимою. Летом яде в гості. Весной я хочу поехать в Испанию. Весною хочу ехать до Испании. Осенью я еду в Польшу. Есенью яду до Польски. Зимой дети едут на отдых. Зимой дети едут на выпочинок. Летом дети едут в деревню. Летом дети едут на вещь. Весной тепло. Весною есть тепло. А как сказать весна теплая? Весна есть тепло.
Осень холодная. Есень ест холодно. Мне холодно. Ест ми зимно. Или холодно. Но очень часто употребляют слово «зимно». Я еду в университет в сентябре. Яде до университету в вересні. Моя подруга живет в Польше. Моя приятелька мешка в Польсце. Мне тепло. Ест ми тепло. Повторим. Весною хоче їхати до Іспанії. Єсінню їде до Польщі. Зимою діти їдуть на відпочинок. Літом діти їдуть на весь. Весною є тепло. Весна є тепло. Єсінь є холодна. Єст мі зімно. Єст мі холодно. Яде до університету ве вжесню. Моя приятелька мешка в Польсце. Єст мі тепло. Я еду к моей подруге в декабре на праздники. Яде до моей приятелки в грудню на свято. С моим другом, с моим приятелем. Сегодня 18 градусов. Дисяй ест 18 ступни. Сегодня тепло. Дисяй ест тепло. Я люблю лето. Любим лето. Моя любимая пора года – весна. Моя улюблена пора року ест весна. Весной у меня день рождения. Весной мам уродзіны. Лето теплое. Лято ест теплое. Весна теплая. Весна ест тепло. Какая твоя любимая пора года? Яка твоя улюблена пора року? Отлично, друзья! Напишите, какая у вас любимая пора года в комментариях. И обязательно слушайте плейлист фоном. Ставьте лайк, пишите в комментариях польский, если хотите больше уроков по польскому. И до услышания в новых видео!